И всем привет! Перед вами выступает команда КВН «Три мушкетера». Да почему три? И вообще, где Нурсултан? Он на свадьбе. Неделю? Ну ты же знаешь, какой он жадный человек. Доедает все? Нет, Саркыт шашу собирает. Вы знаете, мы сегодня обязаны выиграть, потому что с нами выступает The Limbo! Свободный ксал, она скрывает свое лицо. Я не причем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Почему именно три мушкетера? Да знаете, наша команда ассоциируется с акцией. 1+1 всегда равняется 3. Нет! Ты сошел с ума, как и все на улицах. Вы видели это? На улицах непонятные акции. 1+1 равно 3. Быстро, а не быстро. Оптика, а не аптека. Вы видели это? Детский мир. Но детей же там не продают. Люди совсем тупые стали. Да, Вика, ты от них недалеко ушла. Тимиртау встречает грязный воздух и танцы. Так давайте же устроим танцы на грязном воздухе! Вика, почему ты танцуешь, а не я? Ну сам посуди. Кому будет приятнее смотреть на тебя, а не на меня? Ну мне будет приятнее смотреть на него. А ведущий норм. Ну что ж, давайте познакомимся с нашей командой. Знакомьтесь, это Вика. И она у нас бомжиха, часто по мусоркам шарится. Ну ты чё, сейчас что люди подумают? Это неправда, не слушайте его. Просто Coca-Cola выпустила новую акцию. Найдешь 30 крышек – получишь iPhone. Найдешь 50 – получишь iPad. 100 – MacBook. Ну да, я нахожу иногда поесть. Ну и что? Вика, ты хотя бы что-нибудь ценное нашла? Да. Сейчас. Не то. Сейчас. Найдешь уже? Да-да. О, во! Так это же маска. Та же самая. Но она черная. Мы же за толерантность. А это Сакен. И знаете, он казах, но не знает казахского языка. Поэтому его называют Итымбасы. Вика, почему ты всегда меня в плохом свете выставляешь? Я вообще-то спортивнее тебя. Спортивнее меня? Да. В каком месте? У меня iPhone. Зарядка утром, днем и даже вечером. Ну что ж, а так как нас сегодня двое, нас пришли поддержать наши дорогие друзья. Я не поняла, нас когда придут поддерживать не только твои бывшие? Стоп, их же было трое, да? А где четвертая? Я первая! Жалко. Что жалко? Жалко? У тебя под водолазкой. Я не пойму, почему ты такая безэмоциональная. Шокируй меня своим выступлением! Так. Не зря я с собой шокер все-таки ношу, но, блин, мне же выступать еще. Так, я приготовлю покушать. Ну ладно, пока Сакен откисает, у нас миниатюра. Слишком эмоциональная девушка в супермаркете. Ошибка!
Ситуация на районе. Эукс. Стой! Эти вопросы в переписи населения совсем странные. Я думаю, все были в магазине нижнего белья. Давайте представим такую ситуацию, что у них закончился весь товар. Девушки, я не поняла, это как такое возможно? У вас нет товара, я вообще не понимаю. Стоять, это ограбление! Держите его, у него чулки! В Казахстане появилась первая буква в классе «ы». Давайте представим, что было бы, если вместо «ы» был бы мягкий знак. Так-так, ты у нас из 11-го... У нее инсульт! Кормили хлебушком, сой вроде бы, с лучшей девушкой в этом... Блин, Вика, ты сегодня такая нарядная, волосы как настоящие. А мешки под глазами реалистичны? Они есть настоящие! И волосы настоящие! А здесь я картошку ношу, загляни! Вика, зачем мы все это делаем с тобой? Для чего мы сейчас выступаем? У нас есть цель с тобой? Ну ладно, если без шуток, то да. Моя мама проиграла всю жизнь в КВН. И мне хочется прийти и сказать: вот, смотри, мама, я выиграла! А ты для чего? Знаешь, а у меня сестра участвует в лигах по КВН. И всегда она занимает призовые места. Я просто хочу, чтобы она погордилась мною. Дорогие жюри, сегодня нам выпал шанс, чтобы и нами кто-то погордился. А с вами была команда КВН «Три мушкетера». Чё, план Б? План Б. Пожалуйста, ну дайте кубок, пожалуйста! Пожалуйста!